В Астрахани на детской площадке 11-летнего ребенка насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщается на сайте СУСКР по региону. По данным следствия, ребенок с 17 до 19 часов вечера играл на площадке во дворе дома по улице Яблочкова. Ребенок лазил по металлической лестнице, которая была прикреплена к плите. В один момент конструкция не выдержала и обрушилась на мальчика. Он скончался на месте от полученных травм. Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.